Ребят, всем огромный привет! Небольшая предыстория по поводу этого видео. Данное видео я сел снимать еще 13 числа, в день выхода нового мини-режима «Прятки». Там, где мы с тобой можем превратиться в куклу Энди в локации Stranger Town. На тот момент немногие знали, что этот режим вышел именно 13 числа, и поэтому я хотел сделать на него обзор. Превратиться в куклу, развалить типов и взять топ-1. Но по ходу видео случилось кое-что очень и очень интересное, поэтому у меня к тебе вопрос. Кто из этих двух парней читак? Тот, кто убил, тот, кто умер, или, возможно, вообще никто? И по ходу видоса мы с тобой в этом разберемся. Нормально сюда падает. Ребят, всем привет! Сегодня разрабы добавили нам возможность превращаться в куклы в районе Stranger Town. Все достаточно просто. Падаем, нажимаем на кнопку «Трансформироваться», и мы превращаемся в куклу. Не знаю, топ это или не топ, сейчас проверим. Выглядит все это дело примерно вот так. Ой, не так, не так. Ага. Неубедительно. Неубедительно. Не поверил. Так, 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 так. Мы можем трансформироваться вот здесь. Также мы можем менять позу. Топ в том, что даже урон по кукле, смотри. Видишь, эффект урона проходит по кукле. Это круто. Ай, не допрыгнул. Поначалу, мне кажется, это будет топовая штука. Но потом не очень. Ого, типов. Вижу, вижу, вижу. А пострелять же я не смогу. А тут... Да ты что, охренел? Килы подхавал. Так, а все остальные, я уверен, ребят, превратились в куклы и тупо стоят кемперят. Хорошо, что эта тема работает только в этой локации, а не по всей карте. Потому что это просто мечта кемпера. Так. Ну, а брать, просто валить налево и направо по всем куклам, это тоже не вариант. Но знаете, что мы можем сделать? Мы можем вот так. Сейчас. Мы можем перезарядить ямку, трансформироваться. Смотри. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Продвигаться, но я не знаю, слышно ли шаги. Если ты шаришь более-менее, как в этом режиме все происходит, напиши в комментах. Но я уверен, что скоро мы привыкнем к тому, что, например, здесь стоит кукла, значит... Это не тип. Там стоит кукла, значит, это не тип. А если, к примеру, вот здесь будет стоять кукла, то это тип. Хотя, возможно, разрабы будут как-то генерировать куклы. Возможно, они не будут на одном и том же месте стоять. Так, ну давайте попробуем. А, я вижу типа. Чел, ты не кукла, далеко не кукла. А вот это кукла? Да, это кукла. Прикольная тема. Пока прикольно. Ой-ой-ой. А вот здесь может быть кто-то не кукла. Может вот это? Не знаю. А прикинь, так продамажил. Слушай, вот этот дом, мне кажется, самый топ для нычки, потому что здесь 4 куклы. О, это... А, боты не валят по куклам. Боты по куклам не валят, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, так было на бетке, да. А куда он стрелял хоть? Так. Ну, будем искать, смотри. А, уже все, один. Тогда не имеет смысла искать. Ну, типа, я еще, возможно, бот остался. Остальные где делись? Ну, трансформация крутая, смотри. Вот за эти. Мне пока режим нравится. О, а там уже не боты файтятся. Поехали туда сразу. А, это на кемпе. Они уехали на кемп. Я понял. Можно было бы на ноге добежать, но лучше на тачке. Сколько там типов? Я хз.
ну, минимум один, потому что тачка-то есть. Максимум склад. Ого, его пингует! Ничего себе! Мне это не понравилось. Да его и сейчас пингует. О! У него микро. Саляму алейкум. Не, ну вы услышали, да, через эхо, что у него микрофон включен был. Так, хорош. Поехали искать других. Приехали искать других. И сзади. Это что, он спрыгнул уже? Да не, в опен плохо. А, там сзади валят. Мало патронов очень. Надо калаш забирать. А у него тоже мало. А, ботинок! Юмп на юмп. Вот это у меня анимация сейчас. Что за баг с этой хаешкой постоянной? Никак не пофиксят они его. О! Третий броник, это хорошо. Не, надо байтить этого типа на то, что я уезжаю. Он в доме. Три хаехи, возможно, она да и залетит. Здесь где-то. Прыгнул. Продамажил. За стеной. Ну, бывает. Мне кажется, он по-любому на дроп уехал, этот тип. А ну чекнем. А, вон он на моей тачке приехал, прикинь. На моей тачке приехал, у меня нету вилмага? Не. А ну. Такая тема мне нравится. Это у меня пинг? Не, у меня 44. Почему так у меня пингует? МК тоже была. Где он взял МК? А, возможно, в кейсе. Ой-ой-ой. А там не фулл сквад, там походу один. Там походу один едет резать своих типов. Да. Ага. Да паркурсю! Я понял. Еще. Он байтит их. Я манал, стреляйся с ними сам, брат. Подпушим.
Как видишь, меня закрыл этот тип. Я кинул на него жалобу из-за того, что мне показалось, что как-то уж слишком быстро залетели мне эти два патрона в голову. Мне на тот момент так показалось. И я, честно говоря, даже психанул, выключил вебку и пошел по своим делам там убираться в квартире. Я не помню, что я делал. Думаю, пускай запись идет, в конце посмотрим, что же я там записал. И я не смотрел вот этот геймплей его до момента концовки, которую ты видел в начале ролика. Концовку я увидел и скажу сразу, его убили. И... Но мне показалось, что, скорее всего, это не читак. Потому что, ну смотри, играет как играет. И я сейчас впервые с тобой буду просматривать. Напоминаю, этот видос я снимал 13 числа. Но что меня заставило все-таки запилить его на YouTube, я покажу в конце видео. И разберем сейчас, читак это или нет, либо же читак тот, кто убил этого типа в конце. Смотри, по нему проходит урон, все нормально. Ничего сверхъестественного я здесь не вижу. Игра как игра. Вот я сейчас пересматриваю реально впервые. Зачем-то... Смотрите, как его бомбит! Ничего себе! И если это еще окажется читер, представьте, какой он... Ух, да, мужик! Развалить типа без читов и пострелять еще по ящику и побить кулаком. Но, возможно, он и не читер. Смотрите. Здесь ничего сверхъестественного в его игре нет. Убито 13 человек, живо 17 человек. 16 уже живо на момент того, как он лутается. Напиши в комментах, как ты думаешь, читак это или нет. И также, почему я кинул на него жалобу, потому что вот в этом видосе, если ты его смотрел, у меня была какая тема. Я кинул две жалобы на двух типов в разных катках, и как раз таки две моих последних жалобы, это были два бана. И вот если это читак, то это был бы третий читак, и так сказать, хэт-трик по читакам у меня был бы в игре. То есть три жалобы подряд, три читака мне попались. Но опять-таки, на момент, когда он меня убивал в голову, мне показалось, что залетело все в голову в прыжке, я прозрел. Но судя по геймплею, ничего сверхъестественного не летает, ни спидхака я пока не вижу. Повторюсь, ребят. Видишь ли ты, ЭЗ едет себе, едет, приезжает вот сюда. И вот здесь могут быть сомнения, знаешь, из-за чего? Из-за того, что, смотри, он целенаправленно остановился и бежит вот в локацию, и здесь два типа. Вот тут кажется, что может быть и читачком. Закрывает двоих. Кулаком не будет бить? Не, его уже не бомбит. Так, пытается запрыгнуть. Не использует куклу почему-то. Либо же, возможно, у него другая какая-то спецспособность. Но если есть кукла, то почему не использовать куклу для того, чтобы... Вот видит третьего. Нокает еще и третьего, делает уже 16 килл. Ну, опять-таки, это не так много. Если бы там 40-50 киллов, тогда да. Есть киберспортсмены, которые и побольше колотят в пабликах. Бежит. Опять остановился. Возможно, если ВХ есть, то возможно он через стену кого-то увидел. Но опять-таки, это не точно. 11 человек живо, 16 убийств. Not bad. Вот этого геймплея я не видел. А, о. Опять стреляется с кем-то через стену. Ничего необычного. Кроме вот этих вот замашек. Но что это за токсичность? У него, походу, в жизни какие-то очень большие проблемы. Очень большие проблемы в жизни. И если еще и щитами играть и быть токсиком, то... Это понял? Если он играет щитами, убивает... типов, которые играют без щитов, его еще бомбит от того, что «Слышь, ты в кого стрелял? Да я, меня не убить!» и так далее. Пока чувствую себя достаточно таки уверенно. Кстати, по скинам и по КД, как ты видишь, играет он достаточно давно у вас. И я почему-то думал, что вот в момент, когда в конце я уже видел финальную перестрелку, то, что, ну, возможно, не читер, скорее всего, не читер, потому что скины олдовые, все есть, и его бы забанили давным-давно. Правильно, у него рюкзак Годзилла еще, ребят, не знаю, с какого сезона, возможно, с первых коллабораций с Годзиллой, с последних коллабораций с Годзиллой, сковорода Годзилла. И тоже это так, знаешь, отталкивало от мысли, что читак, ну, зачем бы ему было играть читами вдруг. Есть скины, давно играет, и до сих пор не забанили. А античит-система, как ты знаешь, в игре работает достаточно на высоком уровне. И мне казалось, что его должны были бы забанить. Угу. Кто-то закупает. Не, ну на момент
вот записи, когда я сейчас записываю и смотрю с тобой геймплей, я-то знаю, да или нет. А вот знаешь ли ты, ну, в конце видоса по-любому знаешь, да или нет. И спойлер опять-таки, его убьют. Не знаю, надо было это говорить или не надо, возможно, это как-то повлияет на восприятие тобой контента, но все-таки. Сдает назад. И что, опять на типов приехал? Я, по-моему, вернулся, когда он запустил ракетницу на церкви. По-моему, в тот момент. Возможно, я даже кофе тогда пошел себе сделать или... ЗЗ. Вот сейчас он на церковь заезжает, да? А, так значит, я немного и пропустил. Слушай, мне казалось, я вообще всю катку пропустил. Вот сейчас он будет вызывать флайер. Да. Вызывает флайер. Посмотрите на мувмент. Ну, типа, тип играет достаточно таки неплохо. Мы привыкли к тому, что читаки бегают с нулевым аккаунтом, там, до 10 уровня. И двигаются как боты. Здесь видно, что человек опытный, человек играет. У него достаточно таки нормальный скилл, потому что, видите сами, мувмент. Ну, зажимать, не зажимать, это, если щитами играет, то, конечно, нет. По самым движениям видно, что человек не первый день зашел в игру, не до 10 уровня. Играет достаточно таки давно. Как раз таки по скинам видно, что, возможно, с того сезона и начал играть. А возможно, еще и раньше, когда коллаба с Годзиллой была. Смоки, замечает смоки. В самоках никого не видит. Да. И здесь я уже смотрел, и меня отталкивало то, что, ну, если он читак, по идее, он должен видеть и через смоки, и он может зажимать на такое расстояние и давать ноги по типам, которые находятся в смоках. Правильно? Если был бы читер. Правильно. Так, что-то застакался. Наконец, да, у него кукла. Использовал куклу. И она ему не помогла. Просматривает, просматривает. Так. Смотрит. Никого. Я сам никого не вижу. По идее, если щитами, он же должен видеть, если у него ВХ. Хотя разные читы бывают. Так, и он здесь заметит типа. Он заметит типа, но стрелять он по нему не возьмется. Или это не в этой катке? А ну-ну. Аня стреляет, видишь, а у нас камень. И я на тот момент думал тоже, возможно, знаешь, это баг прорисовки, когда ты наблюдаешь за человеком. Возможно, это и не читак. 8 уже живо. К сожалению, не видно, что в дропе. Но он ничего не поменял по оружию, он просто поменял броню. А не, поменял, аугу взял. И вот да, здесь я еще раз зашел посмотреть, но на его скины... И на его тиммейтов, но на тиммейтов, естественно, переключиться уже нельзя было. КДХа таки, ну, стандартная трешечка КДшка. Среднестатистическая. Говорят, что читакам сейчас видно, когда за ними наблюдают. И, возможно, они тогда выключают читы. Так, осталось сквад. Ну, не сквад, здесь рандомы уже остались. И вот он видит типа. Пытается запарковаться. Не получается здесь, понимает, что тоже незачем укрыться. Залетает на дом. А, да, он не на церкви, он здесь заметил. И вот здесь он не, почему-то не взялся закрывать типа. Сейчас, у него будет плохой обзор. И он не будет зажимать по нему. Дерево, по-моему, будет мешать ему. Вот, где-то здесь. А, то не дроп, то способность тачку вызвал типа. Завелась машина. Вот он стреляет, но какие же здесь щиты, правильно? Если был читак, он бы уже закрыл его выстрелом в голову, если бы играл с щитами. Но какие здесь щиты? Да, аук можно так контролить, потому что все говорят, аук имба, аук контролится. Но здесь ничего такого сверхъестественного нет. Был бы щитами, закрыл бы с первого рожка. А он его еще натапывал, еле-еле закрыл. Так. Все, решает, походу, свалить с дома для того, чтобы быстрее закончить катку. 18 киллов, на секундочку, 18. Опять-таки, это не сверхпоказатель. У меня рекорд, по-моему, 31 килл. Какой рекорд по киллам у тебя, напиши в коммент. Или 29, я не буду врать. Не, возможно, 29. Вот, замечает типа. Тип ложится.
урон проходит, все нормально по нашему герою ролика. Ну, зажим как зажим. А, он не нокнул даже, да, его? Вот пытается прострелить через траву. Вот теперь нокает. Нокает через смог. Перебегает, не хилится. Понимает, что здесь позиция еще хуже. Добежал до камня. И там, видите, Саймара кто-то закрыл. Саймара кто-то закрыл типа. Остается трое. Наш герой дает ног и убивает еще одного типа. Чувствует себя безнаказанным супергероем, потому что у него 19 киллов. Он понимает, что он сейчас убивает еще одного типа и берет топ-1. Правильно? Этот отрезок вы видели в начале видео. Давайте дальше, ребят, посмотрим без комментариев. Что же, как ты видел, нашего героя ролика в кавычках закрыли с АМРки выстрелом в голову. И это еще не все, ребят. Он оказался читаком. 14 числа я проснулся, захожу в игру и вижу вот такой вот скрин на весь экран о том, что жалоба подана, информация о том, что игрок Аси, на которого вы пожаловались, такого-то, такого-то, использует читы, подтвердилось. И он получает бан на 10 лет. Мало того, что он играл с щитами, там махал кулаком, стрелял в киллбоксы, так его еще и развалили в конце Саймарки. И на этом его игровой путь на том аккаунте закончился. То есть выстрелом в голову он закончил свою карьеру читака папчики. И, собственно, перейдем на почту. Я ее со вчера не открывал, потому что вчера был стрим, мужики, и так далее. Мне некогда было смонтировать ролик, поэтому ролик я монтирую только сегодня. Заходим в безопасность и видим, что у нас есть... предварительный отчет. Нам понадобится больше времени. И потом, естественно, бан, о котором вы сообщили, на 3650 дней. То есть у меня, смотри, 3 последних жалобы, 3 читака. Тупо хитрик по читам. Вот такий вот получился видос. Напишите, как часто попадаются вам такие игроки в катках. И заподозрил ли ты что-то в игре этого игрока? Верил ли ты, что это читер или нет? И как часто они тебе попадаются в катках? Если я спрашивал, то извиняюсь, еще раз напиши. Да, вот таким вот получился видос. На экранах видите троих победителей на РП с прошлого ролика. Да, я не забываю об этом, поэтому обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы на канале. И также залетайте в телегу, ссылка на которую в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока, ребят.